Всем привет, ребятушки. Вышла в обед. Осталось у меня всего 7 минут, так что поснимать я ничего не успею. Но я вышла вот тут в садик прогуляться. Не знаю, можно ли ходить по этим газонам, но мы ходим. Зеленая травка. Я всегда выхожу вот сюда, если от обеда остается время, минут 5. То я выхожу вот сюда в садик прогуляться на 5 минут, просто чтобы глаза отдохнули. Все-таки зеленый цвет, вот эти листья, деревья, травка, вот это все успокаивает. Вот у меня, в принципе, я успеваю поесть за 10 минут. Значит, сколько у меня времени осталось? Я, кстати, время неправильно посмотрела. У меня не 7 минут осталось, а 17. У нас же полчаса обед, а не 20 минут. Поэтому, ребята, давайте тогда походим, посмотрим. Это у нас второй перерыв 20 минут. Даже не 20, а 15. А обед 30 минут. Я сейчас, когда выходила, было 13 минут всего. А у меня обед до половины первого. Так. ЕВ, стоять насмерть, 67-й год, алюминий. Видите, какой памятник такому. Это, наверное, вот 67-й год. Интересно, где он раньше стоял, почему здесь теперь стоит. Тут у нас клены, представляю, тут осенью будет красиво. Здесь вот. Вот эта композиция называется «Песня о мире», 87-й год. Посмотрим. А что тут? Где тут песня? Ну, что мы тут видим в этой композиции скульптур? Мы видим женщину, мать. Это вот, наверное, муж ее, инвалид, с войны вернулся без ног. Вот как я вижу. Здесь, значит, молодая женщина с ребенком. Где ее муж неизвестно. Вот такая вот песня о мире. То есть мир достается тяжелой ценой, ценой войны. Так, сейчас мы с вами еще посмотрим. Ребятушки, я тогда вам буду показывать эту красоту по чуть-чуть. У меня маленький перерыв обеденный. Так, Ястребенецкий ГД. Никто не забыт, ничто не забыто. 75-й год, медь из меди. Не знаю, как там медь выглядит, но памятник что-то такой. Ну, тоже какой-то такой военный. Так, такая композиция. Там вот я вижу какой-то дальше мужик с орлом. Ну, давайте в эту сторону пройдем. Ладно, по травке будем ходить. Правда, травка мокрая. У меня ботиночки дырчатые. Нет, здесь травка короткая. А вот когда заходишь на газон, там трава повыше, поэтому я ботинки намочила. А по короткой травке ходить приятней. Так. Каленкова, Т.И. Твардовский. Памятник А. Твардовскому. Так, это такой писатель Твардовский. 87-й год. Вот, пожалуйста. Памятник писателю Твардовскому. Но только очень маленький. Значит, это... А чем, ребята, надо почитать в интернете? Как-то неприлично быть такой неграмотной. А чем отличается скульптура от памятника? А вот та большая композиция, мы еще сейчас к ней подойдем. Сейчас вон ту маленькую посмотрим, потом большую.
А потом я, наверное, посмотрю, сколько время, чтобы мне... Вот здесь травка тоже высокая. А ботиночки у меня, как они называются-то, господи, ну, как типа мокасины, они у меня с дырками. Чувствую, что вода попадает, роса. Так, Суворовцев, ВА, теплушка, металл. Это у нас здесь парк-музеон на Крымском валу, напротив парка Горького, рядом с Новой Третьяковкой. Видите, какая Москва красивая. Но собирается дождь. Кстати, он уже идет, капает. Так что, чтобы не промокнуть, я сейчас пойду на свое рабочее место. Так, теплушка, тоже военная тема. Так, сейчас еще одну скульптуру большую посмотрим. Следующий перерыв, еще кусочек сниму, если успею, что маловероятно. Покушала я быстро за 10 минут, поэтому у меня время осталось. Так обычно я... А что там есть? Я принесла бульончик, кусочек курочки, голень и два бутербродика с кофейком. Съела все и бегом на улицу. «Требую мира» называется композиция. Так, это Мухина, В.И. Еще 4 фамилии, видимо, тоже участвовали. Зеленская, Иванова, Казакова, Сергей, Казаков, Сергеев. «Требую мира», 50-й год, бронза. Вот такая вот композиция. «Требую мира». Только стоит она на каком-то ржавом постаменте. Но, видимо, по-другому надо было на что-то поставить. Кстати, видите, там вода капает в луже. Так что я практически под дождем стою, под мелким. Тут вот одна женщина с ребенком, вторая женщина с ребенком. И там еще какие-то. Причем одна женщина славянской внешности, другая азиатская. Там мы вот видим тоже афроамериканца. Африканцы. И там какой-то китаец или кто, монгол. В общем, такая композиция. Все требуют мира. Так, ладно, ребята. Я, знаете, по секрету вам скажу. Я скульптуры не очень люблю. Особенно на военную тематику. Такие вот ближе к жизни. Я скульптуры люблю красивые, изящные. Вот каких-нибудь там балерин. Спортсменок в крайнем случае могу посмотреть, какие мне еще нравятся. Ну, такие изящные, какие-нибудь, как вот Венера какая-нибудь, ну, вот такие древнегреческие. Ну, чтобы это было красиво. И как бы, ну, военная тематика, она немножко грустная, поэтому я люблю такое ближе классическое искусство, ближе к Греции, такое что-то. Так, ладно, ребята. Наснимала уже на 8 минут. Еще с утра снимала дома завтрак свой. В общем, ладно, я думаю, надо заканчивать и идти на рабочее место. Я снимаю уже почти 9 минут. Значит, мне уже надо идти. Ой, как мне нравится вот этот садик. Вот буквально выйти на 5 минут, просто подышать, чтобы глаза отдохнули, вот посмотреть на эту вот красоту, на эту зелень. Видите, какие у нас тут шикарные елки. У нас тут липы, клены. А воздух какой. Я вот думаю, ребята, завтра воскресенье, у меня выходной. Я думаю, чем заняться. Ну, то, что продуктами сбегать, мне там, в принципе, только помидоры, огурцы нужны. Сейчас под липу встану. А то, что мелкий дождь, мне неприятно, когда он на голову капает. Дождя сильного нет, под липой постою. Видите, какая красота. И вот тут напротив служебный вход. Сейчас побегу уже на рабочее место. Я даже не знаю, сколько время, потому что я могу посмотреть время только на этом телефоне. А для этого мне надо остановить видео. Ну, я думаю, что у меня еще минут 5 в запасе есть. Поэтому я сейчас пойду на рабочее место. Видите, ребята, уже листики желтенькие появляются, падают. Это же не прошлогодние, это уже этого года.
Видите, только 1 августа сегодня. Кстати, у моей мамы 8 день рождения, 13 у племяшки. Они там в Башкирии живут, в Белебеевском районе. Я им сегодня утром отправила по открыточке. Так, все, ребята, заканчиваю. До следующего включения. Всем пока.